семена петунии гибридный F1 Анастасия, сравнительно неприхотливого сорта, который хорошо адаптируется к любым условиям, довольно часто применяют для выращивания в балконных ящиках. Растение обильно цветущее, цветы густо покрывают тонкие побеги с начала июня до середины октября. Лепестки окрашены в темно-пурпурный цвет с белоснежной каемкой по краям. Смотрится такой цветок очень привлекательно. Высевают семена петунии гибридной F1 Анастасии на рассаду с февраля до середины марта. Чем раньше посеете, тем быстрее наступит цветение. Пересадку на постоянное место проводят в мае. Петуния гибридная фрилетуния F1 Анастасия – это травянистые высотой от 25 до 30 см, диаметром от 8 до 9 см. Цветет растение в месяц июль, август, сентябрь, октябрь. Окраска цветка фиолетовый. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине в всесорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наше видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.